Николай Коклимов вновь вписан в Книгу рекордов Гиннесса. Спустя 3 месяца ожидания красноярец получил уведомление от международных экспертов, что его достижение зарегистрировано. Напомним, в конце декабря прошлого года сибиряк установил сразу 2 мировых рекорда в подтягивании на перекладине. Теперь наилучшее достижение в этой дисциплине выглядит так. 3810 повторений в течение 6 часов и 5825 раз за 12 часов. Хоккеисты Енисея провели первую тренировку на льду арены Ерофей. Завтра в Хабаровске действующий чемпион страны начнет защиту титула с полуфинального матча со СКА «Нефтяником». Накануне команде вылетел главный тренер Сергей Ломанов, который после снятия дисквалификации сможет руководить командой у кромки поля. Отметим, в этом сезоне именно дальневосточный клуб является главным фаворитом на золотые медали чемпионата. При этом, судя по хорошему настроению игроков Енисея, заранее снимать с себя чемпионские полномочия команда не намерена. А сегодня в 21 час 45 минут в большой спортивной программе смотрите эксклюзивный материал. Съемочная группа Афонтова приняла участие в одной из последних ледовых тренировок на легендарном стадионе Енисея. Нам позволили не только снять занятия команды, но и самим принять участие во всем процессе. В общем, так. Через это должен пройти каждый вратарь, да? Да. Теперь штаны. Вид не устрашает. Называются бабы Кати. Бабы Кати? Бабы Кати, а да. Почему? Ну, это так. В это и называют. Бабы Кати. Мы там в сторонке катается главный тренер молодежной команды Енисея Виталий Ануфриенко. Сейчас специально встану в ворота, чтобы легендарный хоккеист проверил меня в деле. Все подробности смотрите сегодня в большой спортивной программе в 21 час 45 минут. А тем временем в Калуге завершился чемпионат России по палеотлону. Красноярцы домой привезли 4 медали. Спортсмены соревновались в дисциплине летнее четырехборье, в которое входит стрельба, плавание, бег на выносливость и на короткую дистанцию. От Красноярского края блистали только девушки. Одной из лучших на чемпионате стала Ирина Злобина. К золоту и серебру в общем зачете среди женщин и юниорок она обновила несколько личных рекордов. В самой старшей возрастной категории вторую и третью ступень пьедестала заняли Кристина Тихонович и Ирина Свечникова. Антон Соркин, Михаил Ткачук, Афонтово новости.